Проспект Алана Джоуева украсят туи и можжевельники. Сегодня озеленители приступили к облагораживанию центральной улицы. Несколько десятков саженцев доставили из Пятигорска. Выбор на эти виды растений пал не случайно. Они подобраны с учетом климата, почвы и зоны их выращивания. Нодамай кодкоды кянчума гаска, маном зарунтки ускоди, мави айстам, тэнг зархозенодис, маджи сажа амирам мана, аше туятама можжевельник тахайнанч. Аше форстар, ма валлок форстар. Аше туята нахи коды нест. Ландшафтни дизайнер нэш захта, валли ахпой ни ташава мадам. Джам туята иттамани шизганан сажан. Шамай мадам, джа видимуст дарва. На проспекте озеленители определили несколько локаций, где будут высажены саженцы. В результате уже получилась красивая зеленая изгородь, радующая глаз прохожих. Эти вечно зеленые насаждения не только украшают городской ландшафт, но и очищают воздух. В планах у столичной администрации высадка саженцев в Павлонии перед зданием Национальной библиотеки. Вот шамай на зарун зарат тароканам, канна гуже цал каненч, гуже цел 700 литров дарша. О оставай плафон тарчах, там ид хайм нише джазанем байда, дуар деге, и сака венгел дар, ма пушкина венгел дар, кундар шеди остай таршир тахвененч, оставай авахтам. Благоприятные изменения коснулись и других улиц Хинвала. Оживилась и обновилась улица Октябрьская. Излюбленное горожанами место для вечерних прогулок засияло огоньками, что, несомненно, привнесло праздничное новогоднее настроение. Алан Габараев рассказал и о других проектах по облагораживанию этой улицы. Октябрьский рухсета бокут там фейном мафанде диадама реакция, когда же сазардама фашаджин на фашаджин, когда изуна мафта майадам дарта куренч, мауше каз дарта гашаджинис, на фантеис шамай не абондатта дар райвам, ма дарта рухсета ивам, умдар. Умдар ма мамсуру ва венгел дар ю форс на джефанде афта саразам, ну газма. Алан Габараев обратился к жителям столицы с пониманием отнестись к работам по благоустройству и расчистке улиц города. Ибум байдет там строительный материал таисен алкай хажар роздар тротуар талнама хизан танавдим. Макегаган нема на каше дар шарджа та. На бохастасты на воваре манен нехос канен. Чват дарца дартак дарен. Ма курак дан нема алкамай дар. Шамай ма кайраста базад строительный материал та удун ца юл дар бохастой хажар ма. Кан накшавдистам ма ца. Наход так, са отцифтацен колга кандистам, са модерал татацен складоварджистам. Эндаргенан, найтротворт лохизан. У столичной администрации далеко идущие планы по обновлению городской среды. На очереди подготовка к приближающемуся празднику. Особое внимание уделяется подборке главного новогоднего символа. Нахишат так, нам шамай нугозма. Одам зардата барух сканам. Кома уж зарун юлка наварам, ног юлка, кома сварам живо юлка, меас расухт канам. Ног озматанан из бира фанта, шамай на дартаг на зданы та подсветка канам, гуратунг та расухт канам, оши озманан из где-то ю 500 лампочка ма вахсрой вдестан, по городу, освещение кашахой нарави. Мана навши кусты, тай данувава гуда. Наша задача сделать Хинвал уютным и комфортным, поэтому его благоустройству столичная администрация будет уделять пристальное внимание, подытожил Алан Габараев. Агунда Губозова, Арсен Гасиев, информационный выпуск сегодня.